Тяжело стало жить, тяжело. Улететь бы отсюда к чертовой бабушке. Велик соблазн. Только вот одни мечтают о полете, сидя в удобном кресле, другие покупают билет на самолет, а третьи сами этот самолет строят. Яковлев Евгений Вениаминович, Кулибин с Ивановского аэродрома до ДСААФ. 8 лет строил он свой самолет и, наконец, полетел. Но окончился этот полет в пруду, слава богу, без жертв. Отказал мотор, одно из немногих изделий промышленности на этом летательном аппарате. Страсть к небу истребить невозможно. Евгений Вениаминович реконструирует списанный вертолет. Улететь бы, улететь с этой грешной сумасшедшей земли. Посмотреть бы на нее сверху, понять, какая она на самом-то деле, беззащитная, и полюбить ее так, как она этого заслуживает. Может, нам для цели этой построить один большой самолет? –